А вы давно развлекались таким способом? Упаковка цветных мелков и полная свобода фантазии. В эти выходные у вас будет такая возможность. В какое-то кафе на Некрасова акция «Рисунок на асфальте». Я вот тут уже что-то изобразила. Мы приверженцы того, что детей надо приучать к культуре, да и взрослым не мешает вспомнить, что же такое рисование. Поэтому я думаю, что это будет очень интересно выглядеть. Рисовать будем кошек, разумеется. В саратовских музеях в эти выходные работают десятки выставок, только в Радищевском их 7. Среди них фарфор и цветы. Вот сегодня как раз сюда я заглянула. Здесь собрано более сотни чашек, блюдец, чайников из России и Европы, начиная с 18 века и до 20. И, кстати, почти все предметы расписаны вручную. Всем известно, что фарфор зародился на Востоке, в Китае, и изначально он украшался по белому фону разными цветами. В театре драмы в эти выходные «Республика Шкит» и «Город ангелов». Кстати, с 1 июня в театре начинается акция «Летние цены». В партер билеты продают по 120 рублей, на балкон по 50. А такие развлечения приготовили в Усть-Курдюме. В субботу там отметят Сабантуй – татарский праздник плодородия. Щедрое угощение, народные забавы. Внешний праздник напоминает языческую масленицу. Но отдыхать под летним солнцем куда приятнее.